Недавно понял, насколько сильно я люблю этого персонажа. Привет, с вами Скайски, и сегодня я вам расскажу и покажу мою Джин. Чему же она самый лучший персонаж в игре, интересно, да? Все на самом-то деле слишком просто. Это идеальный персонаж для всего, для пассивного дамага, для хила, она хилит обычными своими атаками и не только, конечно же, ультой тоже. И почему я решил снять этот ролик? Да все просто. Показать Джин, что она не такой уж и бесполезный персонаж. Да уж, многие, к сожалению, про нее забывают. Ну и вы поставьте лайки и подпишитесь на канал за такой эксклюзивный контент. Ну, видите. Конечно, ульта и все такое у меня не на самых сильных прокачках вообще далеко. Но она умеет, она может, она знает, что делает. На самом-то деле Джин интересна не только этим, что я уже сказал, а тем, что в принципе она в сборке очень дешевая. Вы ее выбили, если даже вы проиграли на ивентовом баннере, вам нужен был какой-то ивентовый персонаж, и вы проиграли, вы, конечно, наверное, расстроились, потому что вам нужна была не она, а кто-нибудь другой. Но выпала она, и что же с ней делать? Конечно, вы можете ее ставить, вообще не трогать, потому что, ну, она вам была не нужна. Собственно, она мне так и выпала. Я думал, ну, зачем она мне нужна? Ну, как только я к ней притронулся, оказалась очень хорошая барышня. В общем, персонаж для меня оказался идеальным. Везде у меня на ней ноль. Таланты вот такие. Да, это плохо, это чуть ли не... плохо. Ну и артефакты не самый лучший сет вообще. Вообще не самый лучший. И вот такие статы. Урона она вносит немного, но хила достаточно много. Конечно, можно было там поменять бы мне уже артефакты, какой-нибудь другой сет собрать. И этим можно заняться в теории. Но зачем, если персонаж у меня просто существует? Когда иду в какую-нибудь бездну, в принципе, все, что я там хочу сделать, я делаю. Хоть иду я в бездну очень и очень редко. Вообще дохожу до какого-нибудь высокого этажа тоже очень редко. Так что бездна мне вообще не нужна в этом плане. Ну, пока что она ходит в этой пачке из Синьянь, Сяньлин и Беннета, и, собственно, Джин. Ну, спокойно тут она существует. Оружие у нее Аменома, другое поставить не могу, к сожалению. Как бы, да, другого оружия поставить, к сожалению, не могу. Хотя можно и что-нибудь мне посоветовать в комментариях. Может, найдутся люди, которые лучше разбираются. Кстати, пишите, вы вообще играете Джин или нет, может, присматривались к ней. Да, вот только мне по сей день непонятно, почему у меня стоит именно эта шапка. Ну а сейчас посоветую Genshin Drop. Это сайт, где вы можете купить прямо гемы и луну дешевле, чем в игре. Тут все безопасно, вас никто не обманет или не украдет аккаунт. Вот мой промокод на скидку 30% и все указано в описании. Какой-то человек хочет ко мне присоединиться, видимо, ему от меня что-то надо. Угу, понятно. Привет, да, привет. Это одобряем, одобряем, спасибо. Так, что-то он их не бьет. Стоп, чё? Да, мама, я в ютубе, все, да. Он вышел, да. Так, давайте-ка посмотрим, что она может вот тут. Да, что она может. Кстати, почему я сюда зашел? Сейчас я вам покажу. Думаю, уже многие поняли. Так, вы поймаетесь или нет? Стоп, подождите. Что-то они не бьются у меня об землю особо. Видимо, это я туплю. Кстати, хил. Да, хил. Сейчас я вас быстро всех порешаю, мальчики мои. Массово. Так, думаю, на вас это легче будет проверить. Сейчас подкину его. Ну, думаю, вы уже поняли. Где урон? Алло, где урон от падения? Алло. Челики, чё вы прикалываетесь? Угу, 2000. Да, где мои 30 тысяч, которые она выдавала? Да, еще грязь в лицо. Да, спасибо. Так, так себя и чувствую. Да блин. Злюсь, где урон такой? Где? Может, этого подкинуть с лопа? Да. Конечно, у меня ничего не выходит. Так, подожди, не кидай ничего.
Ну, 4000, ну, чуть-чуть побольше. Но это не то, что я хотел. Сейчас еще попробую. Боже, мне уже стыдно становится. Где урон? Кто у меня украл урон в падении? Признавайтесь. Нет, ну это уже какие-то, не знаю, это какой-то уже... Это подстава, ребят, это подстава. Ребят, я считаю, меня подставили. Пошли вы все в жопу. Все, видели, как она их разнесла? Так быстренько, если честно. Все, иди, да. Не, ну а чё? Могу себе позволить вот так вот кидать всяких разбойников. Да и вот такое вытворять. Кто Джин запретит? Вот вы мне скажите, кто и может запретить? Да никто. Просто никто. Она мама в деле. Ребят, сейчас просто внимание. Сейчас просто смотрите, что она творит. Посмотрите, как помогает. Рассеивание крутит. Хил делает. Сама чуть-чуть дамажит. Вообще не женщина, а сказка. Посмотрите, как она его уложила. Все, конец. Лети спать домой. Все, ребят, что еще надо? Все, выкидывайте всех своих персонажей и качайте Джин, давайте. Все, смотрите, не упадите от шока. И смотрите, да. Сейчас вы вообще побежите, увидя это, качать свою Джин. Если она у вас есть, если нету, выбивать. Сейчас посмотрите, что она умеет. Сейчас смотрите. Вот так, ща ульту она накопит. Ща как накопит она ульту, вот вы все посмотрите. Не купится. А, позор. Так, подождите, другой дубль, мне нужен еще дубль, все, да, хорошо. А вы посмотрите все. У Джин все под ногами будут сидеть. И она сказала свое слово. Сбьет, что-то непонятно. А Джин вообще пофиг, она себя хилит. Она себе босс, она себе мастер, она себе все. Подожди, что-то не то пошло. Чё случилось? Алло, гараж. Да и в бездне дела она спокойно делает. Ну вы посмотрите вот на это. Все спокойно, все ее слушаются, все ее любят, все знают, что она мама в теле, мама в деле, и улетают спокойно, молча вообще. И персонаж крутой, универсальный, если ее прокачать должным образом, не то, что у меня, знаете, у меня прокачка вообще очень плохая, не советую. Если ее прокачать должным образом, как бы вам это все обратно вернется, и вы поймете, что втюхали не зря в нее все бабки, да и время ваше, и поймете, что оказалась женщина пригодная, все. Ну, как вы поняли, Джин на самом деле интересный персонаж, именно тем, что она вносит много импакта. В последний раз такой персонаж когда выходил, давайте вспомним. Никогда. Дело в том, что она в принципе такая единственная. Она и урона наваляет очень много, раздует немножко и похилит. Очень универсальный персонаж. И честно, очень жаль, что про нее очень сильно забывают. В общем, персонаж интересный, жалко, что его обходят, пожалуйста, качайте ее, но это, конечно же, по вашему личному ощущению, мнению, я тут не причастен, выбирайте сами, кого качать. Ну и надеюсь, видео вам понравилось, пока ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Все, с вами был Скайск.